Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный Округ. Муник здесь Кирилл Подбулови. Не забывайте вводить муник при регистрации. Если вводите муник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить мой промокод, его нужно вводить на 6 уровне. За него вы получите очень интересные плюшки. Итак, пацаны, как вы знаете, у нас скоро Новый год, буквально через несколько дней будет уже 2020 год. Я решил снять такую новогоднюю серию и порадовать как бы своего подписчика. Как вы помните, я в предыдущей серии купил себе Volvo, ну как себе, для подписчика какого-то, либо для рыжика, я купил специально машину Volvo за 600 тысяч. И после этой серии, когда я выложил то, что я купил эту машину, мне написал подписчик, Илья. И он попросил, чтобы я ему подарил эту машину. Но сегодня мы не просто подарим ему машину, но мы ему подарим деньги, квартиру там и так далее. Поэтому серия будет довольно-таки интересная. Знаете, какой подарок хочу на Новый год, пацаны? Я хочу на канале увидеть 17 тысяч подписчиков. Поэтому, кто не подписан, пожалуйста, возьмите и подпишитесь на канал. Для вас это секунда дела, для меня это очень важно и приятно. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что же, пацаны, я забрал подписчика, вот Илья Вилла у него ник получается. И сейчас я ему подарю вот как бы эту машину. Все, как бы приземляемся, он эту машину как бы видел на видосе. Она ему понравилась, он попросил, чтобы я ему ее подарил. Потому что его забанили на другом проекте, и он как бы хочет начать новую жизнь на родине. Ну, Volvo реально прикольная, как бы она полностью в полном тюнинге. Купил ее за 600 тысяч, я считаю, это реально очень хорошая покупка. Можно будет, кстати, еще какую-то машину найти и подарить кому-то. Что-то мне реально очень нравится кому-то что-то дарить. Прям реально просто получает этого кайф. Давайте, короче, сейчас ему передадим 10 тысяч, потому что машину минимум можно продать за 10 тысяч рублей. Все, я ему, получается, кинул предложение, чтобы он купил у меня эту машину. Чтобы вы понимали, короче, прошло где-то минут 20. Почему? Потому что у него как бы была машина, а випка не работает. Раньше, чтобы получить випку, нужно было позвонить номер 1337. Сейчас данная функция не работает, поэтому можно иметь только одну машину. Поэтому мы поехали, нашли его машину, что стоянки, у него была копейка, он ее продал в ГОС, и сейчас как бы я подарю ему Volvo, потому что, ну, Volvo намного лучше, чем копеечка, я думаю, вы сами в принципе понимаете. Сейчас, короче, поедем, я наконец-то ему подарю машину. Все, я ему, получается, предложил обратно эту машину купить. Все, теперь это официально его машина. Хотя, кстати, подождите, у меня же есть квартира в Южном. Просто, блин, я надеюсь, то, что он ничего не проебет, потому что, ну, как бы квартиру нужно оплачивать каждые 3 дня, просто каждые 3 дня нужно оплачивать квартиру, поэтому я сейчас ему объясню то, что нужно квартиру оплачивать. Если он будет заходить каждый день и оплачивать, то я ему ее подарю, потому что как бы у меня есть и квартира в Южном, и есть дом. Как бы дом мне нужен, квартира мне по сути не нужна, но мне ее нужно подарить тому, кто будет за ней ухаживать, чтобы она просто не слетела, потому что квартиру покупала за 800 тысяч, и она как бы очень хорошая, там очень классный интерьер. Так, все, пацаны, я, получается, с Ильей поговорил, я ему все объяснил, то, что нужно будет заходить каждый день и оплачивать квартиру, потому что, ну, здесь они очень часто слетают, я по себе как бы знаю. Сейчас, в первую очередь, давайте, чтобы он припарковал машину. Это просто реально космос. Просто реально по кайфу. Интерьер очень дорогой. Поэтому я надеюсь, все-таки он ее не проебет. Хуя себе квартира. Ну, это да. Продать дом игроку. 86-й. Давайте, допустим, за 10 тысяч. Я думаю, дешевле нельзя будет продать. Так, все, я ему предложил эту квартиру за 10 тысяч. Ну что ж, пацаны, я, короче, подарил, получается, Илье квартиру. Подарил 500 тысяч еще, можете вот в чат даже посмотреть. Я ему передавал тут деньги. Передал ему 500 тысяч. И, короче, получается, я ему подарил машину за 600 тысяч. Подарил квартиру за 1 000 000. И еще подарил 500 тысяч. Я считаю, это очень даже хорошая прокачка. Поэтому, пацаны, ставьте лайки и, как бы, подписывайтесь на канал. Все, короче, мы подъезжали на парковку, здесь стоит как бы его машинка, и он хочет передать приветы, поэтому передаю привет, получается, Антону Вилле, Матвею передаю привет и себе, то есть, Илья, тебе я тоже передаю привет. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте реально постараемся набрать здесь хотя бы 50 лайков, потому что, пацаны, я очень сильно стараюсь, мне очень нравится делать добро, особенно подписчикам, как бы, поэтому, пацаны, возможно, я еще когда-то таким займусь, например, после Нового года, либо перед Новым годом, прям перед Новым годом, можно будет тоже, в принципе, такое записать, но уже прокачать там аккаунт нескольким подписчикам там и так далее, поэтому, пацаны, все зависит от вашей активности, поэтому, повторюсь, ставьте лайки, обязательно просто подписывайтесь на канал и ждите новых серий, всем пока-пока!